перед Новым годом заяц захотел моркови, отправился ее искать. Устал заяц и решил из родника воды попить. И нашел волшебный ключик. Встретил лосенка, он хотел обменяться, и у него моркови не было, и пошел дальше. Навстречу ему хомяк. Заяц спросил, нет ли у него морковки. Кроме зерна у меня ничего нет, ответил хомяк. Иди лучше в деревню спроси. В деревне заяц встретил щенка, который был очень злой. Испугался заяц и вернулся в лес. Иисус встретил Дедушку Мороза, показал ему свой ключик. Дедушка Мороз обрадовался, что его ключик нашелся. И за это Дедушка Мороз подарил ему морковку, о которой он мечтал. Зайчик счастливый и отправился к себе домой.